сейчас тот компонент, над которым Сатоси не нужно было поработать. Но все равно слишком уж размашистый удар, и видит все Прохаска, а вот бороться с ним нельзя. Хорошо сейчас серийно работал Иржа под защите. И похоже, что сейчас будет добивание, говорит, глухая защита, все. Все, Сатоси Иси терпит поражение у себя дома. И Иржи Прохаска оказывается в полуфинале. И было бы неплохо подойти, проверить, как дела у своего оппонента. Через руку здесь, кстати говоря, попал хай-киком. Да, действительно, какой-то определенный акт вежливости здесь необходим. И, как часто любят говорить спортсмены, мы один хлеб едим. Поэтому только спортивная конкуренция и ничего личного. Может быть, Сатоси просто не биться в новогодние праздники и под новогодние праздники? Я не знаю, но мне удивительно, почему Сатоси именно не сдюжил как раз-таки в стойке, имея у себя в тренерах такого выдающегося человека, как Эрнест Ахуста, который...